Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Математика, 5 класс, автор Мерзляк, задание 204. В августе корова-звездочка дала 278 литров молока, а в сентябре на 26 литров меньше. Сколько всего литров молока дала корова-звездочка за эти 2 месяца? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы вначале должны узнать, а сколько молока дала звездочка в сентябре. В условии сказано, что в сентябре она дала меньше на 26 литров, чем в августе, а в августе она дала 278 литров, поэтому мы должны вычесть из 278 26 литров, и мы узнаем, сколько литров молока дала звездочка в сентябре. Давайте в столбик вычтем 278 минус 26. 8 минус 6 – 2, 7 минус 2 – 5. Двоечку мы просто сносим. Получили 252 литра. И это сколько молока дала звездочка в сентябре. Теперь мы знаем, сколько молока дала звездочка и в августе, и в сентябре. Поэтому мы можем узнать, а сколько всего молока дала звездочка за эти 2 месяца. Для этого мы должны сложить 278 и 252. 278 плюс 252. 8 плюс 2 – 10. 0 пишем, 1 в уме. 7 плюс 5 – 12. И 1 в уме – 13. 1 в уме – 4. И 2 и 2 – 4. И 1 – 5. 530. Литров. Это мы ответили на вопрос, сколько всего литров молока дала корова-звездочка за эти 2 месяца. Нам остается записать ответ. За 2 месяца корова-звездочка дала 530 литров молока. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.